Это мой торговый центр. В Москве у меня таких три. Один в Париже, на Елисейских. Мышка. Мышечка. Помнишь, ты также упала в обморок, и у нас отменили контрольную по математике. У тебя мальчик или девочка? Дочь или сын? Дочь. Дом на Рублевке. На Новой Риге. Неплохо. Мне нужно заехать в банк. У тебя свой банк? Муж подарил на день рождения. Я соврала ему, что я замужем за бизнесменом. Что у меня есть взрослая дочь, и у меня даже есть свой собственный банк. И теперь я чувствую себя полной дурой. Что мне делать? Пока вы молоды, берите от жизни все. Ты можешь отвезти этого человека в кабинет Павла Павловича. И постарайся, чтобы по дороге он ни с кем не разговаривал. Прости, пожалуйста, а это кто, муж? Нет, отец. У вас очень красивая дочь. Я ей передам. Не будь слишком дерзко с моей стороны, если я заеду к тебе в новогоднюю ночь. Если грабить банк, то надо грабить его под Новый год, согласны? Каникулы, 10 дней никто не хватится. На 3 дня? Вы хотите арендовать этот дом всего на 3 дня? Да, что? Чертовски умный план. Мне очень нужна помощница по хозяйству. Я вам хорошо заплачу. Сегодня я окончательно поняла, что все еще люблю его и готова ради него на всю. Новогоднюю ночь я ему в этом признаюсь. Не расслабляйся. Ты добрая, умная, красивая. А главное, что ты настоящая, без фальши и вранья. Я люблю тебя, слышишь? А кто это? Не знаю. Вам кого? Тебя, любимая. Тебя, милая. Всю и без остатка. Стоять! Татуировку видела? За убийство сидел. Вот, решила сделать тебе сюрприз. Вы мне глубоко неприятны. А ничего, стерпится, слюбится. Ты не выздоровеешь. Какая длинная ночь. Еще скажите, что вы влюбились. Ну а если так и было? Что тогда? Удивили вы меня.